Жители Тверской области приглашают принять участие в налоговом диктанте. Всероссийская акция стартовала 17 мая и продлится до 30 мая. Участники получат возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогового законодательства. Подробности в нашем следующем сюжете. Для участия в масштабной образовательной акции «Всероссийский налоговый диктант» необходимо зарегистрироваться на сайте taxdictation.ru и получить пароль для входа на указанный вами имейл. После этого вам будет предложено ответить на 35 вопросов, касающихся налогового законодательства. Вопросы и в области налогового права, и по налогообложению имущества, о сроках уплаты имущественных налогов. Также есть вопросы по декларированию доходов, по имущественным вычетам, социальным, так популярные, да, среди жителей. На эти и другие вопросы будет предложено ответить за 60 минут. После прохождения диктанта участнику будет выдан электронный сертификат, который можно распечатать, где будет указан его результат. Участвовать в данной акции может любой житель Твери и Тверской области, и школьник, и студент, и пенсионер, и бизнесмен, и даже сотрудник налоговых органов. Конечная цель этой акции, отмечают в ведомстве, повысить налоговую грамотность населения, чтобы в будущем у людей возникало меньше вопросов о том, как начисляются налоги, в какие сроки нужно их оплачивать и как не допустить задолженности.